Uau, это брат, он вернулся, он бёг от вам. А я лежал себе в травматочку, думал, брат, пол меня и навсегда. Брат, как будто в жопе. Я как будто и правда в жопе. Я встал с кроватки, потому что только что. Осталось 5 секунд. Брат начал ролевой поиск. Ну, брат, чтоб не было конфликта с ролями. Ты заебала. Брат, ну как тебе сказать? Что? Пусть свободен, ты представляешь? Прикольно. Осталось 10 секунд. Ладно, я тебе потом обычно запас. Осталось 5 секунд. Блять, нахуй, давай лечать. Ну ёбаный в рот. Бля, давай на полуне пососать бы. Нихуя себе, я против такого. Буду, короче, купоры кидать на тебя второй скилл. Ваша очередь выбирать героя. Так, блять, я вижу нюкса. Мне не нравится эти хуя. Наконец-то повернул свой монитор квадратный второго экранчика. Хорошо. Заебало дискордик видеть. Ну что, бальтабаться, знаешь, это так неудобно. Смотри, брат, что я пишут. Я тебя так не понимаю на самом деле. Вот пойми. Найди на мусорке квадратный монитор. Поставь его, купи переходничок. Не хочу. Я буду вот этот мониторчик боять потом, как мусорный твой. Смотри, мы начали стартануть с ролями. Тут будет легче? Хи-хи-хи. Ну, центр мид смотреть, котел мид уже перспективно. Да, ты знаешь, как котел мид его. Да, за друзей не видел. Я увидел. У меня предыдущий кат какая странная была. Мои коты только делают пиу и забирают моих крипов. Я бы, блядь, дать его так поебал. Приготовьтесь к битве. Не, прошлый кат был странный, я что-то заебался. Самарс пятерочка, четверочка играть. В итоге я решил собрать башер, БКБ там всякие. Блять, я заебошу, я выиграл решающий файт. Соло. Мы пошли спустили их трон. По удивлением. Там вся моя команда умерла. Под их. Потому что они начали его давить прямо до сюда пытаться, когда мы и так сосали. Куда? Да, блять. Чё агрессивный такой? Если возможно будет тройку по стаку, я просто это что? 30 секунд до начала сражения. Ладно, хорошо, ты меня убедил. Спасибо. Какие порты стал разоблачен? У меня дома никого нет. Да когда у меня дома никого нет, я разоблачен. Киса! Я не понимаю, где руны? Где они появляются? А тут никакого обозначения нет. У тебя есть какое-нибудь обозначение? Ну, типа, вот там это, такая подсветочка идет. И ты, когда на альт нажимаешь, там видишь, это показывает руны. Подсветочка, да? Да.
Сейчас, ну там, вот. Сейчас я тебе покажу, какие у меня подсветочки. Смотри, что это? Вот, посмотри. Ну, бля. Вот я тоже нихуя не понимаю. Не знаю, почему у тебя так. Это пустынная карта. У него, кстати, в орде есть. Нихуя, подожди, это же... ЦМ-ка, это же... Сколько халявных тебе целей сказал бы я. Ты Акс. Когда я беру Акс, я всех петлю дальников. Здорово, правда? Обожаю доту. Акс из under attack! Вот еще. Ебать. Ебать. Ебать! Попасть по дому, брат мой, почти. И ушел в лес. Да. Ты скрипа забрали. Неужели, брат, мой личный танк? Да. Ну на, блядь, на, ебать. Чё ты хочешь, я без второго еще. У меня даже второй скин не накинут на них. Не, ебать, ой, брат. Больно, я, ну его нахуй, такое сопорство. Сейчас крипочки отойдут. Я вот так. Так, короче, смотри, берешь, а еще на, блять, и крипана не зафармил за счет этого. Надо хедрс, наверное, теперь, да? Это немножко все почувствовал. Полезно, вкусно. Я сдох. Хуярь, хуярь, видал как? Ну я опять добавлю. Ты хочешь фаска, да, брат? Так скажи. Держи фаска, мой брат. Смотри, видишь, экспа подошла как раз. О, я чесал все. Нихуя не видел. Фаску я не хотел. О, курица идет! Ням-ням-ням-ням! Как же хочется курочку. Это моя курочка. Надо бы вспомнить про эту парту, что она просила втакать. Но они теперь двоих почти убили. Мой брат третий, он завтра. Да. Пойду и сделаю это так вам. Вартик поставлю как раз. Че там у котва есть? Котва есть почти пятый уровень. Так, блядь, надо запомнить, что нельзя трогать большого крипа. Не, я бегу, мой брат, блин. Брат! За что так со мной? Я умираю. Блять, нахуй вы ушли. Если хочешь, можешь идти в лес, брат, если тебе дискомфортно. Уже в лесу, брат. Эй. Так, да, без моего разрешения. Все, я теперь не разрешаю, вернись обратно. Нет, ты меня в свой лес выгонял, а я в чужом. Как больно, блядь. Я же, если меня убьет враг какой-нибудь, такой, ой, ням-ням-ням. Брат, а где кристалка? Не знаю, пошла куда-то. А на бугорке есть варс? Ладно, не буду рисковать. Бля. Пойду-ка я верну себе меня, не осиливаю лес. Okay.
Эпчик. Да, забери ты этого кентавра. И вот этого крипа, он мой, кстати. Хорошо покрутиться, да? Не дать мне. Спик! Все, он не страдает. 5 секунд. Ну ему похуй на самом деле то, что эта хуйня стоит. Блять, это блинка. О, ааа. Эй, блядь. Шо? Да я тут тычканул, и у меня отменилась тычка. Мне не понравилось. Тут на СС надо было написать. Думаешь? Чё, ебо. Опа! Я отошёл, брат. Хорошо. Попросись. Лежишь, помер, брат. Нет, мой круг. А жметель не будет пробивать, да? Да, да, я. Ну, конечно, то что. Главное не обращай, что у нее есть там парочку это. Ну, да, у нее такая прикольная есть. Акс очень доволен. После этого его заморозили. Хули ты, блядь? Давай. Давай её хотя бы. Давай. Ну, а ему похуй, да, то, что вообще вар стоит, как бы? А почему так, брат? Смотри, стоит вар. Он должен дамажить, когда мана теряется, да? Вообще не знаю. Просто хуярит, идёт со своей ультой. И похуй ему. У него даже ХП не теряется. Смотри, брат, лоу ХПшные штучки. Лоу ХПшные штучки. Сука, не обидно. Дебил. Дебил. Блять, они получат еще не так. Блять. А кто мою шаги будет потом набирать, если я... Он просил, я и сделал. Он и она идет. Надо бы фармить погода, но она здесь выфармит. А, надеюсь, сразу ротира выпадет его. Нейтрального типа. Ротира? Да. Что за хуйня, блять? Ох, ебать, сколько денег там капает, не? Ну чё, их ровно хуйня? Я чипю давай. Так, надо спиздить книгу. Я себе. Ты ч
чувствуешь, да, брат? Ты пришел и выебался. На тебе пятюню. Видишь, даже пятюню дают. Мне понравилось. Блин, мне понравилось. Блин, мне брат, на шестой уровень отсосать могу. А что тебе мешало, да, там сосать? Блин. Ничего. Нихуя себе, а ты что тут забыл? Нюкс у меня, брат. Супер нюкс. Ну, кстати, все еще пытаюсь забрать мой девочек. Эй, фуга, таки танго накупил себе, чтобы брать. Заберем. Так, подожди, блядь, ты сало прожал, теперь подойди ко мне, пожалуйста. Ай, блядь, не подходи. Вашу верхнюю башню атак. Я бы тебя телепортнулся, но никогда. Так, охуенно кушать пугну, на самом деле. Я видел, конечно, блять, что-то плохое. Здесь мне просто показалось, и я просто умер. Умер еще. Ну так надо было, там, видишь, Март пришел копье кинул, проксав. Тыч-тыч-тыч! Нет, нет. Пусть фармит Трекса, брат говорит, убьет и я. Нихуя себе. Вот, я вас нашел. Хотел попытаться через Супер Юрда. Ай, блядь! Что долго я сражался. Ну а брат, блин, да. Брат теперь крутой. Брат мой 0-4-0. Отстань, не отстань. Конечно, почему-то все время четверо приходит. Да бедный пугна четверочка. Возьму уровень. Надо тебе трактор за ящик. Ооо!
потом можно. Не-не-не, ты видишь. Брат! Я люблю тебя! Я тебе тоже, но не надо 0-5-0. Брат, я хотел тебе взять отсосать со стороны. Ты далеко был. Видел. Охуеть. Ну блин, придется, брат, спасибо, пожалуйста. И прощу. Я просто тебе и парты могу отсосать. Фармить, ты умер. Ты ведь так круто ворвался. Задело, баба! У нас темпорт, все пока хорошо. Вижу, хорошо, аж делаю. Это уже не важно, я думаю. А ну-ка, иди сюда. А вот, все. Все. Блять, так я, оказывается, мог кидать свои ульте второй скилл. Жалко, первый не могу. Да, все любимые я могу. Люби меня. Он сказал тебе, брат. Блять, ну что я сделал против пешака? Барт скоро придет. А ты за еще сзади, так пусть. Что сзади, кусь прыгнет на тракцию, она меня 2000 убьет. Ну, бро, если ты прыгнешь на нее, ты, она тебя не убьет. Потому что нет, тут спасибо. Не-не-не, я не верю. Они сейчас полезны, я когда в прошлый раз играл, то мне чуть-чуть полезны. Я беру, отсасываю на фоне, и все, и заебись, враги не могут убить. Ну, с вас, блядь, какой-то взрывной урон. Есть. Бро, ну ты быстро как их обну, я даже не успел тебя пососать немножко. Да там флимер же был, брат, ты этого не почувствовал.
шар, что ли, купить? Ну, я шадик одну. Блядь! За шо? Ооо! Шо, всё? Да, всё. Понятненько. Ясненько, понятненько. Бля, пришло, она и не разговаривала, ты представляешь, и ушло еще. Даже не первый. Маленькую заберем? А я выберу, я отвечу. У него я вас. Ну я могу побыть бальтиком. Это всегда бывает. Помните пас еще. Дарк, знаешь, поехали? Ай! Драпнули по моему братику, да? Братик, ты хочешь умирать? Мой брат и... Идёт умереть. Ну сколько тебе можно отсасывать, Бо, ты не выжил? Я сейчас как шарди куплю, только буду делать, наверное. Проебали третью каску? Слушайте, нет, мы победили. Ну все так еще плохо. Нам по факту бить только решего, да. Трексом. Бей. Бью. Ты же должен его контрить, как бы вроде бы, да? Леша, вот нет, не вижу, что я прокачал ее. Он просто идет со своей льтой, ему похуй, она не дамажит его. Ёбаный! Думаешь?
обманул. Да еще, защити еще, ты не все сразу. Или шлеп? Хорошо. Я все ушли. Бля, ты за шо? Брат, ты любил меня, скажи мне. Ты помнишь, как я тебя отсасывал когда-то? Помню. Меня убили. Волку сажали. Ёпта! Я кое-что понял. Я был плохой день. Не хочу узнать, что я понял. Нахуй я по нему. Да, что, да, мне кажется, что у меня какой-то агент в команде, какой-то каждой карточки. Ну вот так ты там со мной! Как ты опишешь вот то, что я сейчас увидел? Я в контактике сидел, думал, там все доебись, телепортнулся. Потом также уменьшает урон на заклинание. А, ну то есть она еще на 25 уменьшает заклинание. Блять, я не чувствовал, что еще какое-то что-то изменило. Вау, они выбирают эту траксу. Выбрали? А в другого? Ну, не существует. Что там делали? Ну, мы еще все убили.
Блять, как-то пиздец какая-то жирная. Help? Да? Бля! Чё у вас? Охуеть! Ну нахуй, я не понял, куда идти. Я пошел за темпуаркой, я почти дошел. Ты где-то, ты видишь, там ты говоришь, умирает, друг. Ну ладно, наверное, брат уйдет домой. Пошел я обратно. Потом, брат, как щитлёпа, я разворачиваюсь. Нет, я не представил, что убил за 2 секунды. Я видел. Я больше стою на фонтане, у меня счёт слишком хороший. Ух ты, блядь. Ладно. Пойдем к девочке. Да. Костя троллить, Костя троллить, надо каждый день. Костя будет троллимый, Костя будет троллимый. Траксу трахнул, яс. Блять, брат, ну Траксу я убил, а дальше что? Молодец, он, это твоя игра окончена, видишь, там всех сзади лешки разобрал. Вау, вау, как же это круто! Нет, нет, нет. Ию, обиделся. Качнул это. А если бы качнул это, я бы убил Эшева. Да то у тебя теперь больше брони. Вот плюс 8 раз. У тебя полтинник брони. Ну так-то да, конечно, но... Брат, я не чувствую себя в этой игре. Я так рядышком протохожу. Смотрю. Как-то куда не особо заходит. Сейчас приду к вам. Блять. Не приду я к вам. Че, потом придешь как-нибудь? Обещаю, я приду потом обязательно. В жизни. Может быть. Бодикс! Это не очень смелый.
Эх, а вот вражеский бы котел. Это будет наш кэдр. А, ну он все есть. Ай, бля! Нет, добро. Эй, не ну, мне не понравилось. Должно играть. В этом моменте. Найду по миду. Тоже еще что хочет. Троих, четырех героев. Правьтесь там они... с проблемами вашими. Нет, они знают, но я все равно убьют. Так, солов. Да и... Если они убьют Лешева, это очень будет хорошо. Он без боебека. Наверное. Котычку мы нахуярили. Брат, я пришел. Да, пришел. Зачем? Не знаю. О, парни в кипочках. Ну, Лик, ты хочешь меня, конечно, фармить такое?
сломать рефрешер. Вау! Нихуя себе, у тебя что там, брат, на улице? Пачки. Пачки. Мы не могли, надеюсь? Никогда не видел машину. Какую-то копеечку с музычкой 2000 килоб... Забыл, как называется звук. Я никогда такого не видел. Вот, блядь. Как звук называется? 90. Ты что думал, я умнее тебя, что ли? Да. Скажи, что ты умный. Ну, блядь. Тварь. Хватит. Я жить хочу. Я после ПП. Ну дайте здесь блокпоинт, что ли, пожалуйста. Забирай, забирай все мое ТП. Когда я люблю тебя, у мать. Ну ладно, они пока не начали, все равно потом все равно. Мы сейчас уже начали. Ёп. Ну чё? Пиздец. Ну ничего, сейчас со следующей начнем выигрывать. У меня все еще 3010 третьих, я меньше 4 хп не упал.
можешь найти. Так, брат говорил, то что надо ролевой рейтинг идти. Олег не любит ролевой. Ну, Олег играл вообще со мной ролевой. Оставлю тоже легкую. Да, блядь. Как бы еще о, ну ты мне звонят. Алло. Кто-то позвонил и сбросил. Наверное, перед. Так, ну-ка, какие нам с тобой роли выпали? Рад, ты легкий, а я сложный. Олег полная поддержка. Быдло пришло! Дота-2! Ladies are the dustiest ladies, are the dustiest ladies, are the dustiest ladies, are the dustiest. Не, yes, way back home. Although I live in every hometown, did not talk fast. После этой отойду, где-то минут 30-40. Ну я подожди, хотя если Сбербанк не наконец-то, да? Я потом через себя еще попробую Сбербанк операцию сделать. Какую? Я, короче, еще батя кредит оплачиваю. А мне почему-то, когда я перевожу со своего, типа, это операция временно недоступна. Да я не хочу участвовать в каких кредитах. Господин Константин. Нет, нет. Ты уже подписал договор. Мне кажется, блядь, он успел. О, ты успел дойти. Давай, Леша, ты теряешь деньги, быстрее! Нихуя себе, еще мы ролевую начали поискать. А вы что, без Костя играем, и там все время роли. Люди путаются с ролями. Там две пятерочки бикнулось на низ. Представляешь, какая интересная игра была? А вы выиграли ее, да? А 4 поражения подряд или 5. Я себе. У нас? Да. У меня третье поражение. Ну чёрт. У меня одна победа была. На 4 подряд затечиться, я доволен собой. Знаешь, что была последняя? Ну как же пойти сейчас на антимагу? Хуяри. Видишь, он 7-3-7, это чистый лесник будет, хуяри. Не, в этой игре он будет 20-0-30. 6-5-2-0. Я думал, брат, ты пикнешь это. Фантомочку. Даже видишь, Эмбера по тебе пикнул. Эмбера под меня пикнул, жестко. Эмбера, да, пикнул. Жестко ты пикаешь под него, Эмбера. Мем. Когда компендиум будет? Наверное, ты обещал будет сегодня. Ну обычно он на выходных выходил. Я говорил, не, просто в прошлые разы его даже анонсировали, типа, вот на следующей неделе будет компендиум, на следующей неделе будет компендиум. Да не анонсировали его. А вроде анонсировали? Не, его еще. Ну в основном анонсировали его. Это просто слитые коды. По слитым кодам он обычно на этой неделе как раз должен был быть. Ну а когда именно неделя еще не кончилась, или? Но потому я, что если не будет на выходных, то ты должен мне арканов. А нихуя себе, нет, пошел нахуй. Э? А если я, подожди, если будет, выйдет БП. Я скажу, молодец, Костя, ты предугадал все. Не, а как же у меня арканы? Не, ты Славику, да, аркану должен. Э? Я Славику уже дарил экрану. А это у меня тут
Тану. Я не вижу, где он мне... спавнится. Он мне сказал... Да. Брат мне сказал, что через 10 лет подарит мне Аркану. Я его жду. Брат, это правда? Да, просто только тут 10, Черчилль... 10 лет еще нужно дождаться. Мне нужно больше времени. Просто я тут доживу. Брат, тогда будет 29. Сколько тебе лет, брат? Жалко, черт. Но он был еще маленьким пузиком, когда мы познакомились. Маленьким пуджиком? Маленьким пуджиком, да. Ай, блядь, виноматься, что со мной стоит. Куда? Ой, хули ты, блядь, подходишь? Ману выжигает, блядь. Он лиса облучит своей тушкой. Пиздец, блядь. Здесь виномантия по тебе. Или нет? Дискомфортно. Случайно за таксичу. Я грустно. Я думаю, что я токсик. Кто-то тот делает. Уровня. А чё он такой жирный? 5 брони. Хочу его. Воняшки. Куплю брату хилочки, чтоб он не плакал, что его плохо саппортит. Какого фига меня крипочек бьет, брат? Смотри на это. А че он? А у меня КД все. Он зло. Блять, а я не хочу сдыхать. Ну нахуй. О! Как же я долго ждал этого момента. Фух. У меня хилочки мои должны. Нет! Это Зрайков! О, курка лама! Страшно же это! Ха-ха! Ты сейчас вордаешь! Пиздец, блядь, брат, у него ворды там стоят. Бывает такое. Там друзья офигеть, брат. Нахуй. Пошел. Понял. Тут нет вардов, брат. Потом тушкой получит свои пот. Там тайдуха ушел. Я от яда помер. Там тайдуха ушел. Брат, я не могу делать это, потому что тут нет крипов. Почему? Тут заблочил. Вот. Дух возвращается. Ну блять. Ты тоже злочу спот. Ебаный, блять, виноманцы нахуй.
будет, если бонит. Привет. Мне хилка есть. Не получай урон, пожалуйста. Да, бьемо. Каким образом? Ну, я могу, конечно, забадиться на Ела очку. Но что знает. Что творцы. Ну что, наверное, я не ушел с линии. Я догоню тебя, блять. Алихон, тебе могла ты хила. Да, он, кстати, четвертый сейчас будет. Ну, блять, там на мастера замедляет, и пиздец, он просто ходит, он тебе мог и хуярит нас, у него первый скилл. Слышал, Лех, за мастером, да? Да, почему-то у меня там... 30% побед подряд. 30% я имею в виду побед. Ну он вначале это линии-то ебет, а уже потом уже все пиздец. Интересно. Почему-то я так не мог. Я в лес уходил на виномансере. Лесной виномансер же дефармил хорошо, мне нравилось. Я там выфармил лучше, чем и не. Просто порта. А я уже плохо запортил на бене. Я шел, плевал. Мне убивали. Не было все равно мое замедление. Ну хуй знает. У меня на минимальной сессии на линии, в принципе, нормально идет вначале. А дальше я просто нихуя не могу сделать. Тут вроде стоит, кстати. Ну там бой. Брат, наши хворт, наши куры, наши. Это убивает наш. Почему? Получил спот. С вардиком гуляет, брат. Он поставил вардику сюда вот. Ебаный в рот. Смотри, кого нашел! Кого нашел, бери себе. Я бегу, конечно, Олег, но ты же знаешь, что я медленный, да? Я блин, дай хилку, да? Я хилку тебе дам и уйду на базу. Пошел, прости, тебя ж пошли. Спасибо, брат! Если бы не ты, я бы умер. Знай это. Когда я буду стилить у тебя. Стилить что? Что стилить? Жизнь. Я буду лайфстилером. Будет запрещено. Новый закон. Сиэтэл. Ну, варды мои сломали, брат. Ну, курка отвел, прикинь, он курка отвел и все сломал. Ты там жесткий. Да, он ебанутый. Я сейчас куплю сентрак, пойду дальше гонять его. Тут я ушел снова. Привет. Нихуя себе, мне что-то родило, мне что-то... Я родился алкашом. Тебе придется пить теперь каждые 5 секунд. Нужно... Будет боль в голове. Можешь поворотить его убить? Ой, поворотить. Найс. Сука. Я не радую. Брат, отправь курку на ХГ. Сюда вот. Отправь ее, пожалуйста, сюда вот. Ну, кстати, вот, тут рунка. Ничего нет, спасибо. Придешь за рункой, брат? Иди за рунку, это развод. Нихуя, ты твор. Я когда был тут. А ты пахай, затай духа наверх. Дай духа наверху, 10. Ты знаешь уже, как много людей на этом что-то бывало. Я уже испытал 4 стресса.
Тагничка есть. Ребят. Я просто рядом прохожу. Бегу я отсюда, да, привет. Ну, блядь. Кровага, ты представляешь? Пиздец, четверо. Тишка, берите, пока никто не ходит. Ну ладно, ну ты справишься. Надеюсь. Да. Парни, я могу уйти с линии. Тут лорда убить. Не убьем лорда, ну ладно. Ты убей. Не убью его. Чего ты говоришь, мы когда тебе говорят себе? Я с луной не смогу справиться. Пиздец. Получай бимбу! Вдыщи. Там и на мастер, брат. Поставь, поставь этот штучку и ты пахнись. Байбэк не стоит. А ты бы убил двоих, брат. Ты бы их всех убил. Я тихо, да, кстати. Брат, зачем ты сказал идти на питлорда, я не понимаю. Я же рушил. Шуток не понимаешь. Ай. Ёбаный червяк, блядь. Червяки охуевшие. Червяк вкусный, мама, давай. Девушка тупой. У нас, конечно, слишком хорошая команда, я так скажу тебе. И у них, кстати, тоже, у них Тайдуха слишком хорошая четверка, она и вардики ставила, и вардики ломала, и гангала. И у них и мидер, блядь, гангает по КД ко мне, я заебался с ним уже, куда это играться. А гулять вот или играться? И гулять, и играться, и все. А кто у них мидер пук? Да. Все время, блядь, гангает. Ты умрешь, Костя. Зачем ты пошел к нему? Это же явный байт был. Ты умрешь. О, берем. Ну я думаю, лучше убить все-таки скорее. Не оставить без фарма. Середки так окуй. Я накинул дудов там, чекавый. Ну я думаю, импакт закончится. Смеется, да? Смеется, смотри, как сейчас умрет. Ну ладно. Мне там хилы спасли, мне нормально. Хочешь попробовать это андерворда убить, брат? Давай, пойдем. Я далеко. Да похуй. Куда бы ты, блядь, не уйдешь? Ну ставь, ну чего ты такой, Люка? Брод, я тебе предлагал убить не для того, чтобы тебе фраг дать, а себе. Я себе все, я не пойду никуда с тобой. Я тебя, блядь, крепающе заберу, и этого тоже, блядь, будет. Да, да, ущедрый твой крип. О, шмотки, ты представляешь, они? Забирай. И у я тебя. А, дай дух, хочешь дай дух? Для меня. Нихе. Блин, да, я. Ладно, брат, я не специально. Второй раз я уже думал, мне не хватит тысячи, не хватило. Какая большая свинья. Огромная свинья. Жирная, вкусная, наверное.
Там мид не сломает. Мид тоже ломает. Yes. Отойдуха это четверка, кстати? Да. Underlord тройка. А ты что-то как-то видел Underlord, увидел Отойдуху, мне стало страшно. Не понял, кто из них кто. Я мид выиграл. Мы вверх выиграли. Пентимаг 4-5 и 9 уровень. Я 12. Он меня чуть не убил, кстати. Если бы я второй не нажал, я бы умер. Угу, мои варники ломают, несчастные. У Тайда Владимирка и всякое говно. Ну что, пробуй тавер сломать. У нас какая-то пулечка есть. Угу. Не дадут. Молодец. Осталось выжить. Нам. Или убить. Ау. Мы подзависли. Рано вроде. Чистый дал по двоим. Нажал пять штучку, а связался только Айдуха. Арбуз. Куда же был? Пять не идет. Но он казино. Просто я хотел бы помочь тебе чем-нибудь. Барально помоги ему. И дверь открой. Папа, открой дверь. Мне не нравятся влеты такие. Заводи дроваху. Я бегу. Мне это не нужно. О, блядь. Сколько изи фрагов. А, иди, иди. Хорошо. А, прыг. Стан. На. 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 Давай, теперь этого. Умри. Ладно. Ай, блин. Ладно. Ну я заработал это. Чё там вам сказали? Пунки, ваш... Ты тоже. Отойди фаза, пока ты был антимагом. Надо пройти приказать. Парник и парочку куплю, пока Олег покупает. Слышал, Олег, ты лох. Жаль, что я не умру, я выживу, да, я выживу. Фу, я выжил. Видел, какой залет красивый дал? Если бы я не залетел, то Беномастер бы нажал ульту. Я все продумал, брат, все просмотрено. Из будущего. Ай, блядь. Мне Владимирская штука сняла ботлик. Владимирская штука сняла ботлик? И нежелание пройти, когда на лоу хп. Просто рядом хочу постоять. Все, мы отходим. Лови бимбу! Ну, бро, бимбу словить надо было. Он пришел, да, сюда. Найдет. Куда он идет? Был тут кого он. ДДшку взял. Или что взял?
А, регенерас там был. Опа, лучший предмет для крутых течесов. Я... Это поджидал себя человека, там к нему друзья пришли, очень много друзей. На, нахуй. А дальше что? Молодец. Думаешь, что это дед, брат? Я не хочу туда идти. Я сам не понимаю, что ты туда делал. Прыгаю, не понимаю, надо ли. Ты куда? Антима! Проследил за Антима. Через деревья. Боишься Антима? Да, я умру. Не шло. Полностью. 14-27! 16-27. 25-62. Время. Брат! Дрэгон Скале? Нет, почти. Я не жду от тебя подачки. Опа, подачка! Ням-ням, вкусная слава! Подачку дал мне, спасибо тебе большое, слава! Ты очень добрый. Чё, офигел мой тебя, чё? Я ему набью лицо. О, блядь. Клик. Клик. Чего у него червячки летающие? Как это возможно? Червяки не могут летать. Рожденные ползать летать не могут. Ау. Тут никого нет. Хочешь пойти в лесочек прогуляться? Не думаю, что это хорошая идея, но пошли. Я думать. Я делать потом думать. Он этого даже не скрывается. Почему ты получил спот, который я хотел зафармить? Почему не этот спот? Почему этот? Да, там минки стояли. Я стал на минке, я в ожидании дать хук. Дать хук? Да. О, смотри, хорошо. Нет, там просто умирает. Вдруг там сейчас антиман приконец, а двух хпшн так. Блять, это я не туда ворвался, на похуй. Я умру! Чисти! Блять, как ты порвал? Ай, порвался. У тебя порвался? Йо, хуярь, хуярь ногами! Найс, теперь антимах сейчас летает. Фу, курка, смотри, ням. Да он батафури собирает. Он дурачок. У меня 13 уровень и... собирает батафури и дефуза есть. Братан, пойдем в Майнкрафт снова. А когда ты будешь в Майнкрафт? Никогда. Настроение есть. Такой ответ. Сойдет? Ой. Ладно. На самом деле у него нет настроения, поэтому это он намекнул, что никогда. А когда у тебя будет настроение?
Нифига себе. Нифига себе. Что там? Давайте надо. Не поддержите другу. Брат, я не видел. Брат, мою рунку ломает. Бардик. Ай. А я выпукаю, что я задельтован. Ай, блядь, нас полили. Вот кто знает, что он подойдет и сделает эту штучку возле вонючую. Ничего себе, что это такое? Токсиком сам токсичит. No. Заткнись. Ёпта. Ай, блядь, больно же. Кто тебя обижает? Я пойду. Я себе, блядь, Якуза, так вот и что они. Нет, спасибо, получилось. Обещай, что заберешь его. Красавчик. У него скиллов нет. Руна в Regeneration тебя не помогла, брат. Хуйня мне сбивает боту. Тут вардик стоит. Я сломаю вардик. Бубак. Анунаки. Анбубаки. Шишмяк, пушмяк. Бля, хочу второй омлетик купить, чтобы чисто он был. У меня еще два омлетика. Да. Ну, один как бы инвиз, да, а второй, чтобы в засаде сидеть. Так. Засада. И куда вот? Ха! Лежим. Паша, Костя! Зачем? На всякий случай, если я рвану, да. Да, не помогло, да? Пиздец процентом урона. Не сколько брать на руку, слишком... Я слишком маленький. Прощай, ну, ты! Тыщ! Я пуку четверть лица снесу с нашу за одну минку. Сама такое. Да. Я смотрю для тебя, что такое, брат.
Сколько ты олежи? Мне камешки пока что нравятся. Ну, мне даже пока что. Блять, не та кнопка. Успокойся и уйди от этого позора. Не хочу, хочу убить их всех! Брат, нам барики не ломают, видишь? У меня БКБшка то на Х, то на Б-шке. Почему? Что, почему? Как удобно. Почему это оно меняется? Не меняется, я забываю там. Иногда оно у меня на первом, иногда на втором. Я думаю на втором сейчас. Пьяная? Ну я тебя! Ну, ладно, у него брать интереснее. Ты дома! Блять! Тебе донайс. Смотри, об одной рампаге. Все, БКБ на пробег. Опа, рампага. Да. Прикинь, он нажал сатаник, чтобы похилять себя и вернуться к паку. Я бы такого нахуй не додумался, это слишком умное решение. 200 IQ гейминг. Ну кто еще хочет убить его? Ну, это да, что-то. Ням, ням, кусок тайдухи, ням, ням, кусок тайдухи. Думаешь, ну нахуй этот кусок тайда. О, какая там штука прикольная. Тдшечка есть. Фюрешка! Нет. Блин, тогда не бери. Ой, ебать, я за один второй скилл с нашу пачку крипов. Нравится. Да все, успокойся, червяк умер уже! Успокойся, червяк умер уже! Зачем ты его долбишь? Он продолжает червяка. На кровавый. Я бегу! Сука. Порвались вы все, хи-хи. Центральная башня противника разрушена. Ну, блядь, потайну идет. Эй, он тайной. Пиздос, а блять, как догонять такого? Ты хули ты, блять, тут забыл, а? Ты чавкаешь водичкой. Брат, ты там что, в трон еще пойти, что ли, уже? Заебал. Время еще не пришло. Блин, я думал, Кирас сейчас собрать. Ну, ладно.
Показываю, брат, как забирать пачку крипов. Хочу тебе изолятор? Пачку... Оба! Не, у меня за один хук забирает вся пачка. Это хук? Хук. 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 Я в безопасности. Безопасности. Там враги. О, бля, нахуй. Куда ты бегаешь? Я готов питать. У меня, блять, ОХП, я готов. У меня экран пропал. И черный экранчик. Идите. Видите, что мне делать? В этот момент, когда меня убивают. Меня никто не убивает, не стоит. Четверочка на пятерочку. А троечка на пятерочку, по возвращении. Пока, мой Эмбер перед. Шесть. Курку убил в пути. А что на рапира была бы? Здесь? Это было бы прикольно. Чтобы снимать все эти мерзкие штуки, всякие. Или БКБ. Можно. Алло. Второй БКБ я покупаю. Там манду удав придет Или можешь вот тут себе купить. Какой-нибудь. А чё мата, а потом... Рефреш. О, телескопик. Телескопик хуёк. Олег. Олег. Ович. Что? Что слышал? Антимах, думаете, я убью Антимаха соло? Да, блядь. Нет. У него досты, мне страшно. Он тебя убьет. Я убью его соло, смотри. Давай. Сейчас появится, я убью его. Где он? Вот здесь вот. Опа! Вон! Ну, конечно, не соло, но спасибо тебе, брат, что ты спас меня. Я боялся, что он меня трахнет. Я обычно замесил, его убить. Блин. Давай сбежать еще по воде, что ли, надо. А, выбор достает. О, хуйня какая. Ням. Ням. Умри, хуйня. Ням. Ну, да хуйню 20 хопеек дают. Какие от тебя полезные артефакты в команде? Брат. Где пайп там, блядь, я не знаю. Я ли... Костик. Какой пайп? Ты, блядь, тройка. Надо открыть дверку. Убийца, ебать. Не умеешь тройка играть, я буду. Я не хотел.
Что значит не хотел? Тройки покупают предметы на команду. Я убийца. Ну, брат, я хотел террасу сварить, там кулка сварила, на этом все. Я обиделся, я пошел собираться опять. Мне, кстати, те же дух экстерн скилл не скидывает. Мои штуки. Так, а насчет 4 бордов уже буду Олега осуждать. Не, они у всегда под конец игры 4 Олега. 4 Олега, да. Вроде бы года вроде покупал на этой игре. Там 4 пати. Вроде я верю, но я всегда покупаю варды. Смотри, шмотка. Он шмотки разбирает, смотри, смотри. Давай, брат. Тук-тук, бам-бам-бам-бам-бам. Нет никого. О, Нарошан, видишь, убежал просто. Не, пока нельзя туда влететь. Ебанутого. Я бегу. Ай, блин. Не-не-не, мы победили. Ай! Проебали. Нет байбека. Все? Давай, убей самой, мой, давай. Ой, так, блядь. Мне не нравится наша тройка. Тройка соло сейчас как нахуй. Соло умрет. Так вы, блядь, без меня начали за мной. Хули вы хотели? Моя тройка умирала 16 раз. Да. И 13 раз убила. Ну, чёрка тоже 13-16. Подъем, вообще одинаковая, брат. Это вот кто у него, брат. Да. Да, да, играй с ним. Из-за того, что я не мог. Четвертое поражение, все. Меня хватит зовут. Стараешься, играешь. Мы не проиграли еще. Поражение? Ну вот ты думаешь, что это поражение. Не поражение, брат. Просто кунью сделали, вот и взял. Ну, а слышу бы одна ошибка в конце игры, и ты. Все, ты теряешь трон, да? Да, тебя беру манер. Думаю, глиф надо оставить на трон. Адрес. Делаем и команду так не думаю. Да они одну сторону спушат, и то не факт даже, что на барак пойдут. Не, они даже на барак не пойдут. Где шмотки для танкования, Костя? Шмотки для танкования? Вот, смотри, у меня... Когда я за белку играл... Это не шмотки для танкования. Когда я за белку играл, я собирал шмотки для танка. Для танка? Я посмотрел бы на тебя. Э? Ты не помнишь ту катку, которую я играл белкой-тройкой? Я купил скади, шиву, линку... И что-то еще купил. Террасу. Я не помню такое. Я помню такое. Брат помнит такое. Мы там потели 60 минут. Никто не помнит, что этого не было, да? Ну, просто глупенькие амёбы. Я вообще катов не помню. А зачем их помню? Блин, которые пригодятся. Это прикольные катки были. Ой, шипят, ты взял? Ну. Я вот хочу шрайн захватить. Тут на шрайн. Снято пошли. У него криты. Сейчас приду к вам. Не сражайся слишком много без меня. Я все еще бегу к вам. Бля.
Ну тебе пахнули. Человек то пахнулся оранжевенький. Не думаю, это что-то. Они потратили 4 байбека там. Или 3 байбека. Да, они все байбеки потратили. Блядь. Мне вот эта штука сбила, блин, да, я. Ну, это мне не нужно. Ну, вот этот, блядь, пак единственный, кто напрягает жизни. Блядь, ну сейчас меня тоже убьет, как бы. Ёбаный тесто. Мне мана нужна. А мне хп бы пригодилось в жизни. Вообще не чувствую. Мы тут сейчас умрем просто вдвоем. А ты можешь развести его. Ну ладно. Такие смелые мысли ты сам себе говори. Я отказываюсь умирать как дурачок. Да, блять, варики, никто не хочет больше ставить варики. Кроме меня. Ну, петух по факту был, но он, я вижу, пытается брать это самое. Да, что делать с петушком? Что, думаешь, умеем, брат? Да. Я попытаюсь добежать до тебя, я все еще бегу просто. А, порвался. Опа, это моя троечка. Да. Он мерзкий. А, блядь. Да, он тут без бабек, кстати. Okay. Он слишком плохо нажимается. Все, классно. Не леял. Пак соло. Все крипы далеко, они не пойдут кушать. Ти, блядь, что ли, захуячить пока? В чем моя мысль была, что если я нажму БКБ и пару связку, то я не застанешь. Ну не лаганим. Давай! Костя! Нихуя, нет кости у тебя больше. Будем где-то Агиба. Видим, видим, брат! Он съел аганим, скорее всего. Аганим даже не... Не увеличивай там, у него щит там ничего. Аганим пробивает, аганим дает пробивание. Посмотри, пожалуйста, ульт. Хорошо, сейчас посмотрю. Аганимский, точнее. Аганим это, второй скилл улучшает. О, наконец-то. Я убил его как-то на минках. Ты как спорит за мной, да? С серьезным брат, голосом. Брат, когда я играл за пука последний раз, там аганим давал. Брат, ты же бьешь прошлым. Живи настоящим. А что второй, а что дает второй скилл аганиму? Отталкивай. Я не могу посмотреть, потому что он мертв, брат. Ну выйди в главное меню, нажми герои. А, у него вот эта хуйня теперь пробивает. На 25-м. Dream Coil Persis Magic Immunity. Не. Талантик. У меня 30-й. Талантик. Может как он виноматель этого шмякнет? На! Ничего не продаёт. Нам опять варды ставить надо. Не. Бильярд портов. Только я этим занимаюсь. Какой-то саппорт. Почему-то я тоже всегда покупаю эту варду. Я саппорт. В принципе, вардов не стоит. Ты не ставишь варды, Костя. Ну я и говорю, что не стоит варды. Нет, байбек. Я купил себе догон 5 уровня, я думаю, это стоила покупка. Конечно. Стоящая. Ну, паку убьешь тогда. Олег, когда комп идем? Это я тебя должен спрашивать, я тут был сам уверен. Куку вам. Я видел. Я видел. Еще не мяки? Ну я съел колбаску, кусочек, все. Я видел бананчики. Видел бананчик мой. Дирошан. А чем Дирошан? Там ворвется лавага и трахнуть. О, блядь! Как поставить вардик? Ё-моё. Это невозможно!
Я не могу подгадать, да, вообще не боятся. Или да. Ого. Все ясно. Хух! ВБК нет. Я вижу виноват, что пиздец как очень лут, да? Там касательно урон. Он бьет прям тысячи на 5 секунд и снимает касательно. Возьми камешек на голду. Так, спелл дэмэдж. Сколько мне дает спелл дэмэдж? 43 урона от первой минки, а если так вот? 457. Хочу дальность, но дальность приятнее будет. Я издалека могу накидывать минки, взрываться, пим-пим-пим, бум-бум-бум. Я возьму себя опять. Ты поставил, кажется, гумку только что. Я уверен, это он там упал. Я поставлял гумку? Она такой почти точка нового крипа, ты так прыгаешь, и все, и может поворачиваться. Так бывает. Жизнь не удеть, я хоть, бля, ты представляешь, да, брат, сколько штук на кулдаун? Мне вроде... А есть только это? Ну ладно. Я думал, мы больше. Мы проебали, мне кажется. Мне кажется, мы победили. Надо будет удачный файт и все. Только дайте я шайн захвачу, чтобы они не чувствовались отлично хорошо. А сейчас я... поставь. Ничего себе, хорошо. То есть ты проходил с этим камешком аж до меня, чтобы дать его в руки. Ебанутый! Не понимаю. Я же пол видео просто туда вот себе. Нет, ему надо поставить эту хуйню мне летать. Любой мэр. У меня 3900 хп, и я... Лопаешься за 2 секунды. Нет, я не лопаю за 2 секунды. Я впитываю себя до хуя. Ну что, игра 60 минут? Да. 70. А потом проиграем. Эй? Да-да. Мне кажется, это наш пункт, да? Это наша надежда. Найс. Ок. Уже не найс. Давай отходить, брат. Да у кулька в дыря поставился. Выключи микрофон. Брат, мы тебя любим, включи микрофон.
Бля, блядь, мы правда тебя любим, включи микрофон. Привет, мой амбершпилит. Не думаю, что стоит прыгать туда вот. Не умирай. У них Эйгис. Я уж без очевидности. Кунки нету полхода. Ладно, значит, я ТП. Я думаю, что он 60 уровень и 60 готовый. 7 сотовый. Ладно. О, кунка где-то варит тропирку. Давай, киса, иди ко мне, киса. Вот, блядь, как мне неудачно стало там. Ну да, через минуту полтора потяжимать земли. Сжимать земли? Да. Тунка умрёт сейчас. Да нет, у него крест. Что? Опа, тут нет. Ну ладно, пока поставлю. Я думал, Тайдхантер и Славдары друзья, потому что они оба рыбы. Стоит ли идти дальше? Ну, конечно. Эй, последнего. Хуяр, тебе сказали до последнего. Меня взяли, покос. Все? Не говори такого. Не говори такого. Это, наверное, за F9 лайки прикольные. Я с нами прибали. Мне не нравилось, что кто-то пошел какой-то дручок, бля, и прыгнул в голову дальше. Вместо того, чтобы драться от ХГ. Тут не понимаю, о чем. Мне кажется, человек на фиолетовом скинчике цвет немножко зафейлил нам игру. Не-не-не, меня просили не фейровать, я и не фейровал. Я сделал свою работу. Ты взял, пошел сдох, как дурачок.